Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами микс из конфетки из разных сортов. Это я выпиливала, это Астана, по-моему. И конфетки из разных паст, которые делала я сама. Давайте пробовать. Здесь голубая узбечка, розовая Астана мы лепили с вами. Вот давайте с нее и начнем. Голубая узбечка полностью перебивает вкус розовой Астаны. Ну, такие плотненькие получились. Солененькие. Эти печенья мы делали с вами, это вот крайнее видео с рецептом, мой любимый рецепт, только я еще добавила сюда уральской. Сейчас будем пробовать. Все рассыпало. Обалденные вот эти получились. Но когда я первый раз делала, мне понравилось, и с добавлением уральской не испортила, а наоборот, еще лучше сделала. Маленько хруст появился. Вкус побелочной, печной, земельный. Чувствуется Туркестан, белые сыры. Сейчас попробуем что-то такое откусить без посыпушки. Вкусняшка. Это у меня выпиленные брусочки из Туркестана желтого. Так, эти печенки, если вы слышите ветер, то у нас, прошу прощения, у нас за окном сегодня ужасные ветрища, а опять у меня поют окна, ничего я с этим сделать не могу. Так, здесь матрешка, здесь ЖТСАЙ розовый, ЖТСАЙ белый. Северное сияние. Вот такой микс ЖТСАЙ-ов. Сейчас откусим. Вот эти печенки долго у меня не залежатся. Вот эти вот. При укусе сразу чувствуется вкус ЖТСАЯ. Обалденные. С ярким такой вкус извести, пыли и земельная. Вот такая шайбочка. У меня, кстати, к вам предложение. Как вы смотрите на то, чтобы смотреть у продавцов рецепты шайб конфеток и пытаться их повторить? Если вам нравится такая идея, пишите мне. Будем с вами стряпать.
ЖТС «Северное сияние». Видите, какой красивый. Обалденные получились, очень вкусные. Так, это у меня, по-моему, микс из Астаны. И Калина. Здесь Астана и Калин. Вот тоже такие батончики получились. Залипает как Астана, а вкус Калина Винницкого. Шарички. Сложно откусить от шарика. Хочу еще солененькую вот такую откусить. Цвет, конечно, получился. Я зачистила верхний слой. Ничего не скрипит. Все чистое. Все вкусное. Давайте сейчас еще от этого откусим. Похрустеть можно. Но залипает. Ну а теперь я хочу похрустеть такими конфетками, которые я выпиливала из разных сортов. И хочется мне начать с Туркестана. Сейчас запьем водичкой. Похрустим. Туркестан желтый. А вот его ни с чем не спутаешь. Яркий, насыщенный вкус пыли и земли. Влажный. И пыль такая, прибитая дождем. Обалденно. Кстати, выпиливать из него вот такие пластинки очень удобно. Ничего сложного. Такие пиленые брусочки получились. Но вот он залипает сильнее всех из Туркестанов. Он не растворяется. Он как бы растворяется в жирную массу, но залипает. Вот почему-то мне хочется еще мою шайбу самодельную, вот эту из Калина и Астаны. Или это просто Астана. В общем, сейчас укусим и поймем. Вот это моя печенюха. Так.
Сейчас будем пробовать конфетки, которые сделаны не мной, а природой. Разные сорта. Сейчас будем их пробовать. Еще вот такую печенку свою кушу. Очень мне понравилось. Каолин Винницкий и Астана. По-моему, вторая. Один к одному и получаются вот такие вот печенки. Еще есть вот такие. Точно не помню, что в них намешано. Помню, что каолин. Помню, что яшма. Где-то рецепт на канале есть этих печенок. Угу. Астана и Туркестан еще тут. Здесь Астана залипает жестко. Так, ну мы погрызли, теперь погрызем то, что я пилила. Давайте начнем вот с этого. Будем угадывать, из чего выпилено. Белая нежность. Конфетка из белой нежности. Так. Это какая-то Астана. Ага. Астана вторая. Вот сразу видно, Астана розовая. Вкусняшка. Это, скорее всего, каолин астанайский. Тоже Астана вторая. Такой квадратик. Все залипло. Пока грызем с вами, отвечу на один очень часто задаваемый вопрос. Я устала отвечать на него уже под каждым видео. Все, что я снимаю на камеру, я это ем. То есть я сейчас сижу, и у меня такой перекус небольшой любимыми сортами. Тоже какая-то Астана. Вторая. Обожаю. Откусывается как плотный мел. Меловая. Яркий вкус извести. Свежести.
небольшая нотка сливочности. Такая меловая, побелочная. Вкуса земли в этом куске вообще нету. Это какой-то Туркестан, и у меня такое подозрение, что это белый Туркестан. Ага. Белый Туркестан. Он тоже очень легко поддается, так сказать, формированию. Из него конфетки делать, брусочки, кругляшки. Очень удобно, так же, как из желтого. Так. Это я уже не знаю, что такое. Сейчас укусим, поймем. Это Орская. Опал. Угу. Было у меня пару кусочков его. Очень мягкая, сухая, не скрипит. Вкусненькая. Вкус пыльно-меловой и разнотравия. Так, что у нас тут еще? Астана розовая, по-моему. Ага. Вот такие пуговки. Таблеточки. Калин. Костанайский. Вот кто со мной спорил, что Калин Костанайский это та же Астана вторая? Не-а. Нет, ребят. Они похожи внешне. Но по вкусу это два разных сорта. Лично для меня. Я их хорошо различаю. У Калина Костаная есть во вкусе отличительная нотка. Вот он, земельный вкус у него. А если здесь у Астаны меловой вкус извести, то здесь земляной. Так, ну что, мы еще не понадкусали. Тоже какая-то треугольничек такой. Такой вот. Астана вторая. Были маленькие кусочки, я их в форму сформировала, так сказать. А это калинчик. Туркестан желтый. Тут еще плитки должны быть. Хрустит бомбически. Плитки. Вкус уже не такой насыщенный.
Очень вкусно. Вкусы во рту перемешались. Он такой обалденно земельно-печной, меловой, известковый. Обалденно. Хочется еще откусить мою печенку. Давайте от такого батончика откусим. Очень классные получились. Микс сортов. Он дает классный вкус. Когда смешиваешь их. Обалденно получилось. Прям очень вкусно. Вот так. Можете подсматривать рецепты у продавцов. И дома сами делать. Для себя же не важна какая форма. Сейчас останушечкой все закушу. В общем, вот такое ассорти печенья и конфеток у нас с вами получилось. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.